Привет, ютубчик, привет гостям и подписчикам канала. Сегодняшнее наше небольшое видео будет опять об электроинструменте. Ну, как вы знаете, я делаю мангалы, печки, вот, решетки, двери, в общем, все, что можно сделать из металла, или почти все, что можно. Ну и до сегодняшнего дня я пользовался инструментом Зенит. Вот, вот такой вот небольшие болгарки. Это, по-моему, на 1000 ватт, киловаттная, синий Зенит Профи. И была у меня вот такая болгарка красная. Это, как Зенит говорит, это, мол, любительские. А синие — это профессиональные машины. Что я хочу сказать? Интересный такой момент. Болгарка Профи выжила буквально... Они все выживают год гарантийный, там 1-2 месяца больше, и все. Это уже было в ремонте. И что удивительно, что бытовая болгарка выжила намного лучше, чем та, которая Профи. Хотя у меня не такие большие объемы, и в принципе должно бы, как бы, быть все намного лучше. Вот, поэтому психанул и решил сейчас перейти на новый инструмент. Сейчас будем делать распаковочку и посмотрим на него вживую. Итак, приступаем. Сегодня у нас на распаковочке две болгарки. Это фирма Днепр-М. Вот, может, кто как бы не знает такое, но это украинская фирма. И я так понимаю, что делают ее прямо у нас в Днепре. Что мы имеем? Вот, в общем, как я и говорил, я психанул после Зенита. Потому что, ну, болгарки выживают гарантийный срок, после этого погибают. У нас в комплекте идет, как положено, ручка от нее. Защита диска. Защита диска у нас на винте, то есть существует еще, да, на клипсе защиты быстросъемные, но это на винте. В принципе, ничего страшного я в этом не вижу. Вот. Ну, может, не так удобно. Собственно, ключ для снятия диска, ну, такой, в принципе, весьма неплохой ключик. И все. Больше нам к ней ничего не дают. Как сказал мне продавец, это копия с болгарки Makita. Вот. Вот Днепр-М. Это не реклама абсолютно, потому что я еще сам не знаю, насколько они живучие или нет. Вот. Мощность, данные. 11 тысяч оборотов, 125 диск. И по мощности она заявлена как 720 ватт. 720 ватт. Но почему-то на 90, на стенде на продаже написано 980 ватт. Вот, она достаточно легкая, очень неплохо лежит в руке, похоже, как бы, на мой Зенит, тот, что у меня был. Вот, настолько ребята смелые, что вот дают 3 года гарантии. Вот. Ну, то есть они, я думаю, верят в то, что они делают. И говорят, что даже можно бесплатно проходить ТО за, в течение этих 3 лет менять щетки. Вот, если что-то случится, опять же, бесплатный гарантийный ремонт. Ну, на вид, на ощущение, весьма приятная машинка. Вот, как она себя покажет, неизвестно. Будем тестить, и обязательно по результатам покажу вам, или расскажу, как она выживет свои 3 года. Вот, вторая болгарка. Это, опять же, Днепр-М.
опять же на 125 диск. Мне в принципе больше не надо, у меня есть больше. Вот тут нам положили уже инструкцию, там почему-то не дали. Ну, в принципе, мы и так знаем. Та же самая защита, тоже на болте. Ну и ручка, и ключ. То есть, в принципе, ничего не добавили. В чем отличие? На этой болгарке уже мы видим 1000 ватт написано. Хотя здесь на шильнике мы видим уже 850 ватт. Ну, как-то вот не совсем понятно. Она немножко больше, чем предыдущая по ширине. И плюс у нее есть регулятор оборотов. То есть от 4 до 10 тысяч, как сказали в магазине, ее можно выставлять. Вот, как мне сказал консультант, я никогда так не делал, может делали вы, может вы что-то об этом знаете, я склонен век живи, век учись. Когда мы зачищаемся вот такими лепестковыми кругами, обороты надо ставить меньше, для того, чтобы зерно с наждачки не так быстро вылетало. И по дереву, когда мы зачищаемся, дерево на высоких оборотах будет гореть, если не убавить обороты диска. Вот, не знаю, нужно ли на вот таких дисках увеличивать количество оборотов. Я никогда этого не делал. В принципе, я как на обычном диске режу, так и на этих дисках. И никогда я не менял число оборотов. Ну, поиграемся, посмотрим. Вот, поглядим, что из этого получится. Вот такие вот две машинки поступили на тест. Вот, хочется узнать ваше мнение об этом инструменте, если кто-то пользовался уже. Вот, ваше мнение по поводу оборотов и вот этого диска. Не жалейте, как бы, информацию, делитесь. Я, в свою очередь, через годик там смогу сделать обзор и сказать вам, стоит ли связываться с ДПРМ, стоит ли покупать их, насколько они... Лучше «Зенита» я уже могу сказать, смогу сказать объективнее. Ну, в целом, спасибо, что смотрели. Как всегда, если не жалко, не забываем кинуть палец. До новых видео!